Привет! Сегодня 4-й день Fashion Week. День, когда дают pocket money. И день, когда я участвую в каком-то шоу. Потому что... Сейчас вам объясню ситуацию. Fashion Week вообще во всем мире проходит 2 раза в год. В каждой стране по-разному. Но суть в том, что дизайнеры стараются делать свои коллекции все полгода ради одних несчастных 20 минут. И можете представить, допустим, платят нам за шоу примерно 300 баксов. То есть, по сути, вообще херня редкая. И ради этих 300 баксов мы сначала проходим кастинг. Потом на кастинг, если мы взяли, мы едем на фитинг, на примерку. Оттуда мы делаем рехерсал 2-часовой. Стоим на одном месте, ничего не делаем. Оттуда можем поехать еще на один фитинг. И потом нас вызывают с самого утра, делают 4 часа макияж, и еще через 2 часа только шоу. Но вот этот клиент, точнее клиентка, она, понимаете, она у нас уже было 4 фитинга, 2 рехерсала. И сейчас мы опять едем на рехерсал, хотя шоу будет в 5 вечера. Сейчас 8 утра, в 7 часов мы встретились внизу, а она, блин, опять вызвала нас на рехерсал. I'm a ninja, yo, my life is like a video game, my main thing when I'm in the zone. One player, one life, and the mark, I'm in the dark. I'm a ninja, no. No fucking doubt, I'm cutting down anyone in my bar, trying to fuck up my game with razor sharp, physical throw, start killing my flow, swap, or die, wow. У нас только что закончился рехерсал, и мы сейчас едем на кастинг, но мы находимся все еще на месте, потому что здесь происходит что-то очень странное. Это Софи. Again. Again. Да, мы сегодня вместе работаем с ней и с парнем из Британии. А вот, мы сейчас куда-то идем, я не пойму нифига. У нас была репетиция, тут какая-то выбежала баба. О, ребята, сейчас вам покажу самое четкое, самое четкое. Вот там подиум. Все? Меня не выглядит. Выбежала какая-то баба и начала орать. И все быстро переоделись и идут домой. Я не понимаю, что происходит, но шоу у нас, короче, в 5 вечера. Наверное, нас отпускают до 5 вечера. Ну, по крайней мере, call time у нас в 2 часа дня. А пока у меня кастинг, я буду кушать. Мы приехали на шоу. Сейчас час дня. Я приехала с ребятами. Софи. I'm from Hungary. И Робби. Hello. Hello. Так выглядит главное здание. И мы сейчас ждем нашу букершу. Здесь много народу, кстати, много европейцев. И очень часто снимают стрит-луки. Нас тоже снимают постоянно. На макияж. Я иду, меня снимают. Прикольно. О, куда мы идем, господи? Мы вышли на улицу, и нас фотографируют. Все подряд. Нам ждать почему-то очень долго сказали. Где-то примерно час макияжа, поэтому мы решили выйти прогуляться немножко, выйти в люди. Мы не ждали, что будет много фотографов, но мы сейчас вышли очень далеко, поэтому мы сейчас будем обратно идти. Я вам покажу, сколько там фотографов. Они просто подходят везде. О, чувак хочет Инстаграм. Мы сейчас идем обратно. И да, я тоже хочу снять, как сфотографируют. Это очень интересно, наверное. Европейки! Be my samurai! I am your butterfly and need your protection. Be my samurai. I am a ninja. Yo! I'm a ninja. Yo! I don't understand exactly. I think I'm freaky and I like you a lot. I think I'm freaky and I like you a lot. Сзади люди, сзади фотографы! Ой, это так прикольно, блин, как классно идти на всю улицу орать, а тебя фотографируют. Я балдею! Привет, привет! Мы сейчас идем. Здесь очень здорово, ребята, вы даже не можете представить, насколько здесь круто. Все, сейчас мы проходим дядек. Они охранники. Мы, кстати, когда выходили, мы думали, нас сюда не пустят обратно. Но нас пустили. Сейчас 2 часа, у нас шоу 5 часов.
Это обалдеть. И они даже не могут представить, что девочка-модель, вот которая я буду там идти, и я, по-моему, этот показ закрываю, я не помню. А, не, это следующий, завтра у меня будет нереальный показ, просто очень крутой. Я буду закрывать шоу, ребята, и будет куча всяких спецэффектов, потому что это будет самый крутой показ, это самый крутой дизайнер, и я ему очень сильно понравилась. Я даже не знаю, за что ему понравилось. Он сказал, что я очень красивая. Я такая, ладно. Я думаю, мой букер волнуется. Не надо волноваться, мы уже подходим. За кулисами еще одно шоу, там мальчики. Мальчики с пальчики. Where we going? О боже, я попала на другое шоу. О господи, здесь другое шоу. Блин, мы неправильно пришли куда-то. Помогите мне. О, все, моя гримерная. Славьте, господи. Смотрите, что я тут ем. Это у нас рис. Это какая-то, не знаю, вроде похоже на мясо. Это я еще не знаю, что. Это я тоже не знаю, что. Это перепелиные яйца в чаю. Чаю. Это орешки, водоросли и кимча. Привет, это моя прическа на сегодняшнее шоу. Меня обсыпано золотом, и причем у нас тут таких очень мало, которых обсыпано золотом. Эта клиентка меняла все, который дизайнер, по 200 тысяч. Hi, I'm a blogger. YouTube. Hey, say hi, Ukraine. I'm Korean model, Taylor. Say something in Korean. Like, we love Ukraine. In Korean. 지금 가장 필요한 사람. How? 사랑해요. 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 Yeah. Yeah. Thank you. Крутые. Крутые девочки. Да, нет. В общем, ладно. What do you think about the show? I'm a rich bitch. I have gold in my hair. I have gold in my hair. Whoa. Блин, обалденно, они такие все крутые. Like a superstar. Like a superstar, yeah, that's true. Вот, и почему мне, короче, здесь эта вот клиентка, которая, она же дизайнер, она же все, она все меняла по 200 тысяч раз, понимаете? Она начинала, то есть она сделала мне одну одежду, потом поменяла, потом еще поменяла что-то, и, короче, это вот так, вот так, вот так, вот и вот так вот. И сейчас у нас девочки выходят, и где-то примерно через минуту... Все, пошла, а то сейчас будет что-то страшное. Все, удачи мне, увидимся после шоу.
your biggest fan. I follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be your papa, paparazzi. Друзья, у нас только что закончился шоу, было все очень круто. В общем, на самом деле, то, что я вам жалуюсь и рассказываю по утрам, что как это все не очень по поводу шоу, я, да, конечно, я понимаю, что платят очень мало, 200-300 баксов, это на самом деле очень-очень-очень мало за те труд, который мы делаем, но как только ты выходишь на подиум, ты все забываешь. Это такое счастье, это просто нереально.